что раньше это был бронетранспортер БТР-80, оружие, которое мы демилитаризовали и превратили в транспортное средство. И он уже никогда в жизни стрелять не будет. Никогда. И ни при каких условиях. Поэтому получается, что наша команда одну военную единицу демилитаризовала, отправила на дембель. Я надеюсь, все хорошо сумели рассмотреть и отбросив все, что было сказано раньше, и включить фантазию, собственную фантазию, и сопоставить одно с другим, к чему то, что вы увидели, и наше участие в выставке «Армия-2022». Надеюсь, сопоставить не сложно. Спасибо. До новых встреч, берегите себя.